Привет, друзья! В последнее время я получила много положительных комментариев о запеканке из кабачков, поэтому я решила поделиться еще одним замечательным рецептом. И это, как всегда, очень вкусно, очень легко и очень просто. Кабачки я нарезаю вот на такие кусочки. Сухари смешиваем с тертым сыром. У меня японские сухари пенка, легкие и воздушные. Их можно сделать из обычного слегка подсохшего при комнатной температуре и прокрученного в блендере хлеба. Смешиваем сухари с любым мелко или крупно натертым твердым сыром. У меня пармезан. Перчим и солим, если сыр недостаточно соленый, по вкусу, и все перемешиваем. Отдельно сметану размешиваем сухим чесноком, который добавляем по вкусу. Духовку разогреваем до 180-200 градусов Цельсия. Окунаем со всех сторон каждую дольку кабачка в сметане, а затем в сухарях с сыром. Выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки или на силиконовый коврик, как у меня. Из трех кабачков среднего размера получается вот такой большой противень. Выпекаем в горячей духовке 25-30 минут. Время выпекания зависит от духовки. Я выпекала 30 минут и еще 5 минут в режиме гриль, чтобы подрумянились. Слегка остужаем, перекладываем на блюдо и подаем с любым любимым соусом. Мы кушали со сметаной, а также соусом, состоящего из майонеза и кетчупа, смешанного вместе. Это очень просто и очень вкусно. Хрустящая, слегка соленоватая корочка и нежная мякоть. Попробуйте и поделитесь. Всем доброго дня, хорошего настроения и крепкого здоровья!